Да, все начинает расстраиваться. Че? Короче, на пульте есть, есть установки. Да, что такое пич? Вот для, есть вертолет, для вертолетов? Ну вот я потом, у меня по такой же вот 120 газ. Градусов схема, да. Газ. Газ. Или шаг. Шаг скорее. Пич это угол. Ну, шаг. Шаг получается. Для вертолетов это шаг. А как мне тогда получать для моего? Не знаю. ТХР это газ, правильно, а пич это шаг. Это, по-моему, эти крайние отклонения автомата перекоса, когда вот регулируешь, чтобы он в крайних не упирались эти серы. По-моему, как раз это выставляет. Нет. Это зависимость от положения стика, наклон на полопастей. Ну там их просто два режима, их там сначала автомат перекоса выставляет.